Короче, я пересмотрел запись и понял, почему я урон наношу. У них иммунитет к обычному урону, оказывается. Вот у тех, кто по нулям. Поэтому я вернул нереально 2. И надо сейчас какое-нибудь оружие забабахать на стихию. Ну, точнее говоря, я уже забабахал одно. Посмотрим, что из этого получится. Хотя у меня там ледомет есть, вроде бы. Надо посмотреть, какой у него урон. Во, я вот такую вот штуку себе сделал. Как она называется? Райдзин. Винтовка Гаусса. Все дела. Еще у меня где-то есть ледомет. Вот. Тоже что ли его эквипнуть? Он, правда, нифига не улучшенный, но хотя как не улучшенный. Урон преобразованный в лед, да. Урон наносимый скорострельность. Не получше ничего нет. Размер обоймы уменьшен. Тут вроде получше, да? 17-16. Да блин, как тут неудобно все сделано. А нахрен с ним, потом посмотрю. Так, поставлю я его за место чего? Блин, поставить-то некуда, зараза. Да, вот сюда попробуем. Ну да, ты еще поиграйся, блин. Ну это, конечно, так, баловство, по-моему. Так, надо к тете вернуться, да? Нет, нет, надо. Доп задание взять. Ну давай вот это, например. Так, что надо сделать? Остановить размножение крысомах. 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 Крысомаш. Крысомах. Я, кроме того, оружие улучшил чуть-чуть, ну, все помаленьку. У меня камней, потому что было почти 500, тут 73 осталось. Вот. Поэтому сейчас и урон должен быть побольше. И сопротивление я увеличил свое. Ко всякому якому. И вообще все должно быть хорошо теоретически. Так, что сделать? Короче, всех убить. А, крысомах убить.
Feels good. Всех не надо. Так, feels good, где-то ящичек. Блин, тут сундуки, ну... Сделали, ни хрена не видно. Только по карте. Ну нормально. Крысомахи не страшные. Не то чтобы совсем не страшные. Не звенит. Вот этот я прокачал. Он, правда, косой. Ага, ноль урона, понятно. Ох, ёб твою мать, больно. Все, будь. Да не, да блин. Офигеть, они валят. Не, ребята, меня так завалить, конечно. Да ладно, как ты так быстро залезла-то? Это просто пипец. Да блин, ты еще... Нормально. Меня чуть не поимели, короче. Опять. Йиппи-ки-яй, мазафака! Ладно. Так. Ага, на тебя тоже хер, да? Хер ты ложила на пули на мои, да? В смысле? Чё, ноль, что ли? Или нет? Я не разобрался. Или она тоже ей пофиг, да? На электричество. Уязвимость ко льду, ага. Вижу теперь. На тебе по башке. Ядро противостояния. Турель. Ладно. Хорошо.
Люблю, когда понятно все. Когда понятно, можно и какие-то действия предпринимать. А когда ни хрена не ясно, тогда ни хрена не ясно. Тогда сидишь и чешешь репу. А чё? А как? А где? А за что? Как она в асфальт могла закопаться? Yes! Yes. ОБХС. Yeah! Yes! Oh. Oh, yes! Хочется F5 нажать, но это не поможет. Наверное. Так, что написано? Жизнь слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьезно. Да? Может быть. Нормально. Господи. Ноль. Иммунитет тоже, что ли? Hold yourself together. Нормально. Мне нравится. Звенит. Мне вот в этой игре что нравится, можно, в принципе, чуть-чуть мимо стрелять, как бы урон все равно проходит. Это касается, правда, и врагов тоже. Они могут мимо атаковать, как бы визуально, но... Короче, хитбокс кривые, что у меня, что у врагов. Ну, это нормально. Бонус крита, урон, коэффициент промаха. Тоже иммунитет, да? А интересно, а к мечу? Да вас тут не слишком дохера на одно квадратное место, твою мать. Да ты возьмешь пулемет, нет? А я же ее заморозил, почему она не... Ладно. Пофиг. Так, где... Где что тут у вас? Звездит.
Пойду по крышам погуляю. Сундучок лежит, что ли, или нет? Ай, ладно. Ну почему ты не запрыгиваешь, а? За что ты такой козел? Getting the point? У них урон к обычному иммунитет к обычному урону, а ко взрывам всяких бочек, машин и т.д. иммунитета-то нету, поэтому есть смысл стрелять вот так вот. Сейчас я визуально вообще хрен знает куда стрельнул, но попал. Так, куда показывает маркер? Обратно. Вот тут тоже, блин. Туда-сюда гоняют по маркерам. Знаю я. Get the point yet? Looks like this is in your week. Да, если не спешить. Сильно. В принципе, сносно. Нереально. Нереально сносно. Так. Идти вот так куда. Мне вот интересно, а катаной как я его убивать, допустим? Блять, это я так напрасно, я так ворвался-то на. Прыгай, придурок! Твою мать. Тебе в глаз, блять. Нормальная винтовка, только вот этот вот эффект выстрела на полэкрана нахер не нужен, мне кажется.
чешет, чешет. Они тут резвые, конечно, кролики эти, ёп, крысяндрии. То есть вы меня сюда не пустите, да? Можно даже не пытаться. Ну вот нахрена так сделали? Чтобы я кругами ходил. Не, ну можно, конечно. Блять. Попробую все-таки запрыгнуть. Может, дадут? Ни хрена не дадут. Нифига не дадут. Я скатываюсь просто. Я не могу туда зайти. Сюда могу. Ай. Вот я так один раз прыгал, прыгал и за пределы Локи вышел. Не могу, бесполезно. Не за, как сказать, не за пределы. Я, короче, по небу, ну, по небесам стал ходить. Вот так хожу, внизу враги ходят. Меня стреляют, не попадают, а я попадаю. Ну, что они там не стреляют, в смысле, а плюют или что они там делают? А. Но самое... Как потом выяснилось чуть попозже, я там гулял по небесам. Стрелял. И слегка попозже выяснилось, что я оттуда спуститься не могу. То есть на землю. И я такой репу чешу. Думал, что делать. А как же я... А, ну я... Что-то куда-то побежал, упал, умер и возродился на земле, короче. А телепортация не помогала, то есть я телепортировался сначала в... Ну, домой. Потом обратно, и меня опять на небеса телепортировало, короче. Такие дела. Опасные крысы, сука. Не, вообще, конечно, вот я хрен знает, как это все делается в играх. То есть вот это вот. Это все 3D-модели, что ли? Вот это вот лев, например. Или вот эта изгрызь. Это же все 3D-модели, да? Я вообще прикидываю, сколько это надо моделить. Ёптать, это сутки напролет, на. Тут же сколько на модели на это, пипец. Или это все-таки не модели, а картины. Ну, все равно, даже если рисунки рисовать надо, значит. Короче, пипец. Столько работы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, у меня гранатомета нет никакого. Надо гранатомет какой-нибудь засунуть все-таки. Ай.
Ты чё, сука? Ага, понятно. Блять, и к этому резист. На нахуй. Готово? Хорошо. Да откуда вы беретесь, ёпта? Ай, я ее потерял. Кстати, крысы толпой нападут, и все, и ты покойник. Ну или убежать можно. Лучше всего. Эх, их там дохерища как, а? Да сколько вас там? Хорош! Но зато 32 камня дадут за это задание. Если я выживу. Эй, разве нельзя? В некоторые окна можно пройти было. Не вход. А это разве не... Это плазма. А почему я ее взять не могу? Что? У меня же вроде этот... рельса... Как он? Рельсотрон плазменный, нет? Может, и нет. Сейчас ток спрыгну. Как понабежит куча, вот смотри, зуб даю. Нет? Ну ладно. Не даю зуб. Да пошла, стой. Да, блин. Господи, что мне с этими аспектами делать? Я же их продавать замучаюсь.
Резист, твою мать. Нормально так пошумели. С другой стороны, не собирать тоже можно пропустить что-нибудь. Потому что, например, вот синий аспект есть. Урон хорошо поднимают. На 20%. Но я выше не... Ну... Синий я на 20 только видел. А... 20% урон, неплохо. Вообще-то говоря. Today is a good day. Красненький. Душа тигра. Разрушение исчезновения. Исчезновение. Да, кстати. Тут можно еще и исчезновение всяким пользоваться. Но пока что. Без надобности вроде. Тут исчезновение, вообще говоря, работает только для того, чтобы ну либо мимо врагов пройти, ну в этом смысле смысла нет, потому что игра-то вообще-то на уничтожение, как бы. Игра-то про убийство, про убийство. Вот. Либо первым урон. Ну, первый выстрел с повышенным уроном нанести. Нахавалось. Вот, а в остальном, исчезновение, в принципе, бесполезная дрянь. Потому что после первого выстрела, иммунитет, что ли? Нет. Где она? Сдохла, нет. После первого выстрела ты уже становишься видимым. Смысл тогда какой в этом исчезновении? А я его качал сначала, что-то. Не, ну сначала я им пользовался, конечно. Поначалу. Когда совсем ничего не знал. Это был 2 дня назад. Или 3. Ну, 3, наверное, все-таки. Так, чё, еще сколько надо? Еще много. Тут что-то... А, хрен.
почему он не взял это? Автоматически. Так, сундук. Где сундук? Пойди поищи, называется. Где-то в доме, что ли? Блин. Или что это? А, или это звенякалка какая-то. Где она? А хрен его знает. Фиг. Ничего хорошего не дадут, все равно, я уверен. Это что за звук? Снег? Нет тут снега. Че врать-то? Нормальная такая-то пушечка-то. Гауссовка. Эй, drop something. Oh, it's your blood. Тут можно, конечно, и посмелее, но... Они что-то столько урона стали наносить, что я боюсь. Хотя я прокачал еще вроде защиты, ну вообще-то нет, я там чуть-чуть совсем. Ну да, как-то поактивнее, а то слишком уж я осторожничаю. Так, все что ли? Ага. Ну все так все. Всех крысяндриев перемолол. Ну давай еще тебя сделаем. Хотя, конечно, ладно. Сделаем. Хоть патронов купить? Не, не надо. Блин, сложное задание. Для меня было. Это вот яблоко нашел. Что сдаем? Потом буду говорить. Наверное. Где? Где шаман-то? Показывает вот на карте внизу, наверное. Я никого не вижу. Я слепой, конечно. Все равно никого не вижу. Ладно. Сопротивление обычному урону. Ну надо, да.
Забегали, забегали, смотри. Да, как хорошо. Pull yourself together, man. Мать твою. Да. Опасное задание. Опасное задание, ёпанский бог. Ну, падла. Не. Оружие не очень удобно расположено, надо как-то переключить его, наверное. Течка жизни, коэффициент промахов. Вот этот вот дробовик, он не в тему вообще. Он нужен, чтобы это... Ярость, когда включаешь, вот он хорош в ярости. Тандербайк. Ну вот этот вот. У него скорострельность побольше. И патронов побольше. Урон так себе. Эйк. Конечно, я безумен, но это не означает, что я не прав. Детонация, нет? Хибар разломала. В халабуду. В халамину. Что-то там здоровые ходят. Не попал. Это я зря. Её нет. Коллайдер на статуе. Ну на тогда. Опять не попал. Ёп. Японский бог. Задом ходить надо осторожно. Японский бог. Японский бог. Японский бог. Куда я? А, фак. Я даже не знаю. Может быть так сделать? Я зря это сделал. Вот это я неудачно зашел. Ни хрена не видно. Но это ладно, это нормально в этой игре. Тут надо просто стрелять. И все.
Не-не-не. Не-не-не, только не тормоза, блин. Блин, я неаккуратно, конечно. Ты не ори, а лечись давай, придурок. Жесть их тут, а? Блин, не перезарядил. Ладно, ребята. Давай так. Капец, я их даже так не убил. Ебать их тут. Бля, мне пиздец нахуй. Просто жесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бля, не перезаряженная. Нет, сука, бля. Падла, ты сдохнешь или нет, бля? Аптечку дайте. Refreshing. Это просто жесть. А, у меня патроны кончились, офигенно. Ёб твою мать, ты откуда еще? Сдохни, сука. Ёб твою мать.
Бля. Дайте хилку или что-нибудь. Дайте что-нибудь. Дайте что-нибудь. Ну-ка. Блин, да ты что не перезаряженный-то? Блин! Офигенно! И как я их убивать буду? Идем. Где ты, падла? Тут есть проход? А, есть, да? Что, свалить? Фак, это не то слово, блядь. Фак, это слишком легко сказано. Ты отсюда выход, ты хер найдешь, блядь. Мне патрончиков бы затарить где-нибудь. С патрончиков-то совсем плохо. Жизни нет, патронов нет, офигеть, как жить? У меня, правда, вот это еще есть. Ну им хрен попадешь в кого. Тут где ты, сука? Бля, тут тупик. О, лестница, 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 сваливаем нахер. Слушай, опасно вообще, пипец. Что-то как-то очень опасно. Отстал? Не отстал. Я вообще ни с кем биться не хочу. Дайте мне статую. Блин, ну как биться-то? Патронов нет. Деле. Что я рано сюда пришел. А, да тут тоже. Ой, ну теперь точно нет патронов. Как же тут слинять-то? Тихоря так. Нормально я пришел повоевать. Люлей отгреб. По полной. А сейчас меня этот добьет. Я ничего сделать не смогу, наверное. Ну да, пиздец мне нахуй. Стреляй, дебил! Я справился, нифига себе, второй шанс помог.
Да, это, конечно, увеличивает. Так, мне надо патроны, ребятки. Собиратель боеприпасов. Вот же что надо, ё-моё. Эх, так, что с патронами? Тут нету, тут чуть-чуть, тут нету, тут нету. Зашибись, вообще ни хрена нету, и тут нету патронов. Ледышка осталась чуть-чуть и бесконечность вот этого бесполезная в данном случае. Как отсюда свалить? Теперь вопрос. Тихонечко так. Так, тихо, только без паники только. Без паники, я сказал. Блять, вас еще двое тут, твою мать. Бля, да я же двигаюсь. Как ты меня догоняешь-то, падла? Где ты? Твердо. Блять, еще какая-то тварь бежит. Блять, еще и не одна. Хоть аптечки дропают, вот оно на том спасибо. Блять, еще кто-то там. Я вот вообще тебя не хочу. Че такой радостный, блять? Тебя сейчас убьют, дебил. Ты улыбаешься. А если меня убьют, то я сейчас скажу, что будет. Все враги резнутся, и мне по новой все это надо будет делать. Веселье. Охуенное просто веселье. Так, стоп. У меня же есть вот что. Вот зачем невидимость нужна. Сибаса. Куда вот только, блядь, вопрос? Сибался называется. По кругу прошелся. Гениальный план, блять, был. Лучше патронов дали, заразы. Так, тихо, откуда? Выход, да? Выход, правильно? Вроде бы да. Ура, я выход нашел. Все главное на какую-нибудь тварь не нарваться.
но это невозможно, видимо. Блин, где статуи все? О! А вот теперь я не представляю, как этот уровень сложности проходить на с катаной. Вот так. Ладно, допустим. Патронов дайте, суете херню всякую. Куда идти, непонятно, вообще еще вопрос. Сука, не попал. Блять, пиздец урона нахуй. Да как ты это делаешь? По-моему, надо съебывать. Только не туда, еб твою маму, блять! Долбоёб, ну кто так прыгает, сука? Вот это я попал, короче. Опять. Так, ну я сейчас вроде знаю, куда идти. Я же невидимый, как вы меня достаете, суки? Идите в жопу. Не, что-то сложно. Надо, наверное, понизить все-таки обратно. Да ну нахрен так гулять вот. Можно, конечно, но. Но не нужно, я думаю. Че он так скерится? Неинтересно. На цыпочках, считай. Слишком урона много. И слишком патронов мало. Вот я что хочу сказать. Блять. Ну это сложное задание, я помню. Я его даже на при первом прохождении еле прошел. Ну, не то чтобы еле, но попыхтел тоже. Пипец, ну просто валят и все. А сами ни хрена не дохнут.
походу без ярости не обойдешься. Блять, ты еще откуда-то вылез, сука. Сидел бы там, сидел. Жесть. Ну чё ты не запрыгнул-то? Двадцать урона. Охренеть, блядь. Серьезно? Ой, да ну нет! Как же ты задрал в эту яму падать, а? Просто пиздец. Что у меня с патронами там? О, что вроде есть. Угу. I'll handle stabbing and shooting. You take care of dying. Это вот что такое? О, ледышек-то у меня много. Ага. Хотя патроны есть. Так, что такое? И сейчас я умру, да? Бля. Так, у него иммунитет, понятно. Ебать, да вы задрали нахер. Ага, сучка. Нравится? Бля, я его добил почти. Или добил? А, добил. Отлично. Ну это только первый был. Feels good. Так, ну ярость есть, это уже хорошо. Ладно. Это только первый был, да? Thank you.
Не знаешь, какое оружие это взять, бляха мать. Бля, да ты чё застреваешь-то еще в чем? Где они? Урона, конечно, вообще вагон. Вот эти тоже противные твари. Но откуда бьет, хер его знает, вообще не видно. А, я не могу. Ярость, в смысле. Ну и чё, и как я убью кого? Заебись. А, ярость просрал, да? Это просто пипец, они валят, ну. Че меня здесь-то все время телепортирует? Вы че нахер? Пипец. Че меня убивает? More juice to be. Не пойму, у него иммунитет, что ли, тоже. Ну и опять покойник, короче. Понятно. Это не то, что нереально, это, блядь, тупо. Ладно, я, короче, понял. Надо уровень сложности понизить нахер. Ну, в пизду. Это глупо. Просто-напросто. У этого ноль. Ну и чё, ну и все, блядь, чё. Урон и вагон. Чё второй шанс? Чё мне даст второй шанс? Зашибись. Это просто пиздец. Ай-яй-яй.
так, где второй шанс-то был? Второй шанс. Есть второй шанс. Ладно. Короче, я... Я подумаю, что делать. Потом продолжим. А, то есть я могу вернуться в любое время сюда, что ли? Хотите сказать? Серьезно? Я могу вернуться, купить патронов. И потом продолжить задание, да? Серьезно? 100 тысяч. Nothing like a fresh clip. Ну, ладно. Допустим. Конечно, мало что дает, но хотя бы патроны есть. Бля, да что же вы такие жирные, это дамаговые? Где моя мана? Чего я лечиться-то не могу? Я же ничего не тратил. Или вы хотите сказать, что вы резнулись все? Сложности ему не хватало, видели, блять? Мало сложности. Нате нахуй по башке. Долбоёбок кусок. Ёптаем. Так, как же его убивать-то? Ух ты, сори. Ну да, он так и будет стоять, пока я этих не убью. Как они, блин, дамажат? Я не понимаю вообще. Я не понимаю их атак.
чи, when you need it. Блять, откуда вот взялся пидор? Из ниоткуда, просто берусь. А урона вообще море. Сами не дохнут. Или он регенится, сука. Что, ни хрена не понял. Ладно, надо с этим геморроем, наверное, заканчивать. Надо подумать, что делать, потом уже продолжать пока.